Когда я затеял эту бессмыслицу, многие спрашивали, глядя на эти 20 тысяч, дней, а сколько тебе по-настоящему, сколько-то? Ну что ж так банально, друзья мои? 20 тысяч дней, сказано вам. Вообще я подумал, что вся Христова цивилизация человечества, все эти 2000 лет, это всего-то 735 тысяч дней. 2000 это смотрится так солидно, а 735 тысяч дней это поразительная малость. И сами подумайте, сколько за это время произошло, да? И Саския садилась к Рембрандту на колени, мешая ему работать в один из этих дней. Бетховен прочищал ухо, думая, что ему это поможет в один из этих дней. Александр Моисеевич Эскин был огорчен акушеркой, которая сказала ему, что у вас девочка. Да мало ли что. Сергей Лосев, любимый мой актер, как, впрочем, все остальные, он ведь выпускник математического факультета Ленинградского университета. И вот Сергей сделал выкладки, чтобы понять, на что уходит жизнь среднего человечка. Принято считать, что, да, треть жизни человека уходит на сон. Законных 8 часов в сутки. Ну, значит, делим двадцатку. 20 тысяч дней на 3, получаем 6666 дней вычитаемых, и остается 13 334 дня. Много. Дальше, учеба. Ну, значит, что там, 10 лет школы, 6 лет института, а так как в институте и в школе, конечно, не до творчества, то их тоже вычитаемо. И остается 7490 дней. Теперь еда. Ну, жрет он, конечно, кое-что, попало с кем, но все-таки минут так 30 в день что-то хрумкает, я думаю. Это набегает у нас 416 дней, да, значит, минус. Курит, ну, значит, 5 минут сигарета, пачка в день, 20 сигарет, это тоже дает, между прочим, 1041 день. То есть 3 года человек пустил на дым. Ну, извините, на туалет кинем ему 10 минут в день. Ну, значит, всего он там провел, получается, 138 дней. Чтение. Книга в день, он быстро читает, вот, поэтому, наверное, мало помнит. Но вычли, получили 3395 дней. А, вот еще одно безобразие. Он игрок. Игрок с детства. Нарды, знаете, очко, преферанс. А теперь вот однорукие бандиты. Все это отняло у него 1000 дней. Плюс 1000 дней еще уходит на всякие стадионы, театры иногда ходят, и кино там и так далее. Смешно сказать, но если он в лифте проводит 2 минуты в день, то это набегает 3 дня. Казалось бы, малость, да? Мелочь. В науке мелочей не бывает, друзья. Вычитаем. Бритье тоже ведь. Че ему там брить-то, в общем? Так, теперь отпуск плюс за рубежом бывал. Ну, телефон. Разговоры. Ну, вот хотя бы с вами, с присутствующими здесь. Делим, получаем 3 дня. 7 минус 3 — 4. 4 дня. Ну и последнее. Интим. Ну, любовь, в смысле. Так вот, в конкретном выражении дадим ему дня 3. 4 минус 3. Итак, друзья, таким образом на творчество Владимира Семеновича Жука ушел 1 день. По-видимому, от сегодняшней. И он перед вами. Аплодисменты творческому работнику. Исследование проведено с любовью. Вообще, любовь – это почти единственное, что остается нам в эти дни, когда все стало вокруг голубым и зеленым. Тут Уитман говорил, что великая поэзия требует великого читателя. Я вам очень благодарен. Разрешите считать этот вечерок
долгожданной и приятной встречи старых товарищей. Боже мой, какой уникальный вечер. В самом деле, посмотрите, какое количество изумительных, знаменитых лиц. Вы посмотрите, какие прекрасные актеры перед вами. Любовь, уважение друг к другу больше всего проявляются, конечно, в самой человечной актерской среде. Об этом песня. Ты на сцене стоишь, рампы свет высокий светил, и стоишь, и молчишь, и не можешь ничего. Жизнь прошла, а тебя так никто и не заметил. Театру плевать, что ты служишь для него. Жизнь прошла, а тебя так никто и не заметил. И театру плевать, что ты служишь для него. Ты скажи, расскажи, разве в нем одном отрада? Может, имидж тебе или адрес поменять? Может, просто свалить с Петербурга, Ленинграда? Или, может, вообще из профессии или нет? Может, просто свалить с Петербурга, Ленинграда? Или, может, вообще из профессии или нет? Все прошло, ни эстрады, ни экрана унесут. И свой твой улыбчивый портрет, ты театру нужна. Как Онегину Татьяна. И сними, наконец, свой малиновый берет. Ты театру нужна, как Онегину Татьяна. И сними, наконец, свой малиновый берет. Актер люди небогатые, но мои скинулись и подарили мне пейджер, чтобы я мог легко связываться со всеми вами. Пейджер, ко мне! Чудная модель, новая вещица. Уже пошли сообщения. Ага, вот здесь написано, Вадик, мне бы хотелось выступить, твой Александр Шилов. Вы знаете, у нас были раньше с Александром очень товарищеские отношения, но с тех пор, как он возглавил театр сатиры, для актеров, конечно, мелькнул лучик надежды, но наши отношения немножко испортились. Я сейчас хочу провести эксперимент. Вот, Александр Анатольевич, пожалуйста, послушайте немножко музыку, а я расскажу, как я вас нежно люблю. Слышно вам? Меня не слышно? Нет, слышно музыку. Вот какой эксперимент. Я, как мне кажется, знаю, что скажет Шура. Во-первых, мы не договаривались. Во-первых, он расскажет, какая у меня визитная карточка. На ней написано «Отец Ивана». Все. Дальше он обязательно скажет один раз слово «вяло». Он точно скажет 2-3 плохих слова. И, может быть, даже выматерится. А теперь просьба, все. Я мог не угадать. Педжер, снимай с него это все. Гадость какая-то. Шура Анатольевич, я очень хочу, чтобы вы обо мне сказал. А ты воткнешь что-нибудь в ухе себе? Жук. Сколько у тебя дней? 20 тысяч дней, батюшка. Вот этих 20 тысяч дней я его знаю, ну, наверное, 1500 точно. Ты считал? Больше. Вот. И я помню первое ощущение от Вадика. В Ялте впервые, ты помнишь, затеялась фонд обмена этими путевками. Значит, у нас вот наша здравница с живым Евсигнеевым, да, и с Жуком. А где-то в Свердловском обкоме партии есть желудочный санаторий. И вот оттуда вот с такой замечательной халой приезжает второй старь обкома, да, к актерам. А какой-то Аристарх, значит, ему дают путевку в желудочный санаторий, чтобы он там поудил рыбу. Обмен.
И вот когда мы с Вадиком впервые познакомились, там приехала эта дама с халой. И на нее страшно такой вот этой. И на нее страшно упал Евгений Александрович Евстигнеев. И он ходил за ней таким, значит, затуманенным котом. Значит, а она, значит, страшно боялась всех. И с этой халой так вот все время торчала вот так вот в море. Потом она в него влюбилась. И совершенно раскрепостилась и стала, значит, вот при помощи Вадика, значит, стала абсолютно актерской дамой. А потом, когда к концу срока она вот так вот надоела, вот, они все ходили в гору, потому что здесь-то жить негде, в этих сарайчиках, да? И она его таранила в гору туда, за Массандру наверх. Ему страшно надоело, и он стал искать какие-то изыски в любви. И как только, значит, он попробовал разнообразие секса, она сразу сказала: «Товарищ, что вы делаете, товарищ? Куда вы, товарищ? Что вы делаете, товарищ? Что это такое, товарищ?» К ней проснулся, наконец, секретарь обкома. В этот момент я познакомился с Вадиком. Он тогда был абсолютно худой. Но при этом он был сложен хорошо. Сейчас это раздеть невозможно без трагедии. Он сидел, столик... Вот такая чашечка кофе, одна на весь день. И длинные сигареты. И мне говорили: это жук. И он был со всеми дико брезлив. Он был знаменит, и вокруг ходили вот с такими ногами его актрисы. Сейчас это, видите, что там выходит на сцену. Прошло много дней из его биографии, и он меня удивил. Вы когда-нибудь видели его визитную? У тебя есть его визитку? У тебя есть визитку? Он мне дал свою визитную карточку. А сейчас при этом обилии этих визиток написано: вице-президент, этот самый, трижды, четырежды. Ну, не управляем, летовать-то не надо. Пишут бог знает что про себя. Да? У Вадика визитка, написано: Вадим Жук. А дальше, где вот это профессор народный ответ, написано: отец Вани. Это все его регалии, понимаете, да? И действительно, он патологический папаша. К сожалению, нечего выпить. Я бы выпил за эту уникальную по дарованию внешности и содержанию семью. Значит, смотрите, мы с вами попали 2 к 3. Потому что, почему он не сказал плохих слов? Потому что теперь мне позволяет просто положение. Он сказал вот это вот, да? Рассказывая про совершенно чуждую мне какую-то обкомскую тетку. Конечно, то, что он поставил меня в один ряд с Евстигнеем, это о чем-то говорит. Спасибо, Александр Анатольевич. А теперь, Александр Анатольевич, для вас и для всех остальных классика. Пожалуйста. Кабинет главного режиссера театра в небольшом нефтеносном городке. Главный режиссер Василий Иванович Чапаев. За столом Петр, председатель правкома. Анна, ведущая артистка по связям с нефтяными начальниками. Просто артист. Василий! А ты мюзикл поставить можешь? Могу. А? Ну? А кинофильм? Могу, Петька, могу. Ну? А инсталляцию? Малость подучиться смогу и инсталляцию. Ну, Василий Иванович, а 300-летие Санкт-Петербурга совладаешь? Нет, не смогу. Денег у них не хватит мне заплатить. Санька, брат, помирай. Роли против. Так,
Допустим, в театре премьера. Овации в зале, цветы. Где должен быть командир? Режиссер, где? Так ведь... Впереди, на самой авансцене на приемке букета. Да, окоснись, провал. Хлопают мало, цветы норовят домой унесть. Где должен быть режиссер? Впереди, так как он есть, за все боевое отличие. Эх, козья башка впереди. Он должен, сохраняя костюм и боевые порядки, отступить в тыл. И здесь, в ложе за портьерой, обдумывать следующую постановку. Учиться тебе надо, Василий. Теперь так. Совместными усилиями режиссера и труппы спонсор вынужден накрыть банкет. Где должен быть режиссер? Ну так и темно. Опять впереди. Первым ворваться в буфет на плечах артистов из какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину банкета, чтоб все не сожрали, пока все не выпили. Санька, брат, помирай, тролли, тролли. А что ж ты, Василий Иванович, вот, когда она впереди, да ты практически всегда впереди, а? Это надо. Эй, черные волны, вот и льешься, так над моею головой, а ты да ты. На знакомую музыку подтянулись мои нижнейшие друзья, нижегородцы, с которыми я имею огромную радость общаться каждый год на фестивале «Веселая года». Давайте вспомним мы о фестивале, к нам на который вы часто приезжали. Спан, слуги Мельпомен, веселым ржанием сотрясали стены. Вадим Семенович, а мы вас знаем лично, и ваша личность нам симпатична. Позвольте в хорошем смысле признаться вам в своей любви. Артистки Лисуновского академического драматического кружка Зоя Посылкина и Фиса Кулясова. И... Здрасте. Это рояль. И... Рояль это! Иди не потом. Гостинчик, подожди, залямзгали в дороге-то. Хорош, корпусный мужчина так же. Молодец, ага. Специально к этому дню, к празднику, я подготовила прорыв в искусстве. Да. Чего я сделала? Я взяла Иву Курат из телевизора, перенесла на сцену своего клуба телесериал «Дикой ангел».
сняли. Как говорят у нас в искусстве, все гениально просто. Все плавает на поверхности, только подчеркивает. Ну ладно, не буду вас долей волтузить, а лучше сразу укуну в свое творчество. Мексика. Шел тяжелый для сельского хозяйства 1991 год. Одна молодуха из деревни приезжает в большой мегаполис. Ту-ту, приехала. Все, давай. Громко, как я тебя репетировала, давай. Я несчастная девица. Мое не с Виагра. Кто? Майонез. Майонез. Да ты сама сказала, дескать, таблеточка. Иди сюда. My name is Milagres. Milagres. Ну, Milagres. Я несчастная девица, my name is Milagres. Приехала к вам в большой мегаполис. Здрасте. Я не знала, что любовь опасная игра. Я смеялась над тобой и ветреной была. Сердце молчало, не обещало говорить безумно нежные слова. Свободно, ты ушел холодным днем, обиду затая. И затих наш общий дом, где были ты и я. Другом мне стало, погромче слов, твоя гитара. Струны рву, не зная, как забыть тебя. Погромче, я не слышу. Горю, горю в огне, мерзну на снегу. Возвращайся. Я здесь стояла. Ты что делаешь? Ты чего прыгаешь, как блоха? Этот что там звук у казенного жалко? Это прыгать как? Да хотите, так сами выслушайте. Все, я... Горю в огне. Мерзну на снегу. Щуба-дуба. А я холодной темной ночью за тобою вслед бегу. Горю в огне. Мерзну на снегу. Щуба-дуба. Щуба-дуба. Прощайся без твоей любви. Я просто не могу. Горю в огне. Все вместе. Мерзну на снегу. Возвращайся. Без твоей любви я просто не могу. Еще раз горю в огне. Мерзну на снегу. Давай, Тонька. Мерзну на снегу. Щуба-дуба, щуба-дуба. Возвращайся без твоей любви. Я просто не могу. Горю в огне, горю в огне, горю в огне, горю в огне, горю в огне. Вечер, сынок. Не могу не сказать двух слов о тебе, любимый, твой Игорь Иртенев. Спасибо, Игорек. После огромного количества самодельных графоманских стихов, которые здесь прозвучали, хочется окунуться в чистый хрустальный овечий источник подлинной поэзии. Вадюшка, дорогой, дарю тебе, значит, изготовленный нашим общим другом, замечательным скульптором Андрюшей Наличем, один сначала приз. Да, и второй приз, которым, значит, мы тебя увенчиваем, такая диадема, она состоит из многих-многих букв, Вадим. Многие из них тебе знакомы. Честно говоря, там небольшая такая, я Андрею говорю, что у тебя гораздо меньше голова, но он не верил так. Вот. Так что постарайся все эти буквы запомнить, Вадик, они тебе еще пригодятся, которые там есть.
И, значит, вот еще немного букв напоследок. Я напишу, вернее, не напишу, я уже написал, прочту стишок, который тебе написал сегодня утром. О чем же жжишь, дружок? Печалишь сапоком свой маленький кружок, рисую над лужком. Смехач, трюкач, рифмач, открытый не для всех твой насекомый плач и насекомый смех. Наматывает ось вокруг тебя года. Когда все началось, закончится когда? Крутись вокруг оси, наплюй на докторов, подольше не сноси хитиновый покров, покуда не накрыл большой тебя сачок, считай, что не зарыл ты свой талант в ручок. Спасибо. Чтобы уже продолжить этот ряд и несколько испортить впечатление от Игорьковых слов, я хочу, чтобы на сцену вышел еще один мой очень нежный товарищ. Это Андрюша Бельжо, пожалуйста. У него одна секунда. Я в образе. Мы же тоже немножко артисты. Что ж, уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается пациент Ж. В возрасте 20 тысяч дней, 11 часов, 36 минут, доставленный в нашу маленькую психиатрическую больницу своими друзьями, давно обратившими внимание на его неадекватное поведение. Также все время дрожал мелкой дрожью от любви к кушаньям из капусты. Причем делал их сам, угощал своих друзей, обильно поя их водкой, отчего потом мелкой дрожью дрожали все его друзья. Но когда он стал по-новому пересчитывать всю свою жизнь, друзья доставили же в нашу маленькую психиатрическую больницу. На приеме смотрит на врача широко распахнутыми и горящими здоровым блеском глазами. Утверждает, что курит он 15 237 дней, выпивает 15 238 дней, а вот настоящим мужчиной стал 20 тысяч дней назад, когда родился. Пациент же может быть выписан домой для дальнейшего подсчета всего хорошего, что будет происходить с ним в будущем, с требованием явиться к психиатру в маленькую психиатрическую больницу через 10 тысяч дней, в среду, к 10 часам утра, без предварительной записи. Вот я... Почему-то все говорят, что психиатры довольно странные люди, но на самом деле они ничем не отличаются от... остальных людей, в общем, совершенно обычные, нормальные существа. Без помощи пейджера, а просто седьмым родительским чувством, я ощущаю, что на сцену хочет выйти музыкант Владимир Кожекин, его друг и товарищ по группе «Станция Мир» Иван Жук. Пожалуйста, мои маленькие друзья. Это любимая песня моего отца. Я хотел, чтобы все ее спели хором, но папа сказал, что английского языка никто не знает. Поэтому мы сыграем инструментально. Well, call it same, call it.
мальчик. СССР, СССР, НКВД, 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 КВЖД, ВДНК. Будет праздник, пока с нами Маргарита Санна Эскина. Дорогой Вадик, я очень хорошо к тебе отношусь просто в жизни. Очень люблю тебя, любила, вернее, на Остапе. Обожаю в Нижнем Новгороде на Козе. Это если бы вы видели его, и вы бы представляли себе, что это такое, вы бы обожали так же, как я. Но боготворю я тебя и готова служить тебе тогда, когда ты занимаешься четвертой стеной. Я это не смеясь говорю, а в общем плача, потому что когда вы вышли, и днем я вас увидела, у меня такие радостные, счастливые слезы. Это вся жизнь. Все это связано с вами. И это то, что ты делаешь потрясающе. То, что ты делаешь вот так, как делают самые-самые талантливые кусочки твоей души и сердца. И если ты будешь заниматься стеной, я обещаю всем и клянусь себе в твой день рождения, что каждый год, как раньше, мы будем привозить тебя сюда, будем тебя встречать, любить, уважать и обожать. Ты замечательный. Ты видишь, как тебя любят в Москве. Ты видишь, как тебя встретили. И мы хотим, чтобы ты был с нами как можно дольше. А теперь... А уже теперь... Маргарита Александровна сказала, что она вспоминает куски жизни. Позвольте нам сейчас. Все, что мы сегодня играли, так ли, это ли, первый раз. А я решил взять песенки из своих старых капустников и по маленькому фрагментику напомнить тем, кто помнит. Когда спектакль возникает, тот, за который все отдаст, когда не то, что контрамарки, билета даже не достать. И если на него пропустят, от счастья можно умереть. Не нужен никому капустник, поскольку есть на что смотреть. Вы не пойдете на капустник, поскольку есть на что смотреть. Он ушел на камергерский, ей в другую сторону. Расходились артисты, как в гражданскую войну. Солнышко светит ясное, сколько вокруг ужасного, сколько накопилось за 70 лет. В мире нет такой родины другой. На глазах меняет свой привычный нам цвет знамя твоих побед. Увезу тебя я в Сочи, увезу тебя из гор.
Будем делать, что захочем в доме творчества, актер. А будем мы лежать на пляже, а пред нами на воде. А девки из большого спляшут танец малых лебедей. А можешь взять с собою маму, можешь родственников дальних. Слава богу, места хватит, всем путевки я куплю. Ты узнаешь, что напрасно дом зовется театральным. Не волнуйся, дорогая, я тебе его дарю. Конечно, он большой художник, всегда во всем передовой. Но сапоги несет сапожник, но пироги несет пирожник. Ища достать автодорожник. А что артист несет домой? Не думай об актерах свысока, играющий не знает унижения, валяющий на сцене дурака. Твое в конечном счете отражение. Мы сами, может, вышли бы из игры, забыв свои задор и молодечество, когда бы не неслось в тартарары. Отечество, отечество, отечество нас ждет режим постельный, но раз ведя в нем сомнения прочим будет ночь недельный, тем на охотней репетировать пойдем, тем на охотней репетировать пойдем.